Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Oppo A72. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить полный сброс абсолютно всех данных через приложение настройки. Итак, вначале открываем приложение настройки. Во-вторых, спускаемся немножечко вниз и выбираем пункт дополнительные настройки. Две точечки нарисованы. Затем спускаемся в самый низ и выбираем самый последний пункт. После чего выбираем опять-таки самый последний пункт. Нажимаем «Стереть все» и нажимаем «Стереть данные». «Стереть данные». Если у вас стоял пароль блокировки, тогда нужно будет его вписать. Если нет, тогда сразу у вас пойдет экран загрузки, точнее перезагрузки системы. Что ж, вот и все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока.